Всем привет! Кто еще не знает, я Ирика Вейс, и у нас в арт-студии Анастасия Вейс. Всем привет! Сегодня я покажу еще один элемент декора. Вот, будем делать такие статуэточки, которые будут украшать нашу праздничную атмосферу. Для этого мы делаем под трафарет вот такие вот мордочки, их можно сделать разными, разных размеров. Также делаем подставку, это может быть либо пенопласт, вот такая вот небольшая палочка. И для этого также нам понадобится черная изолента. Мы берем нашу сову, совушку, отрезаем кусочек черной изоленты, приклеиваем. И вот так вот очень просто и легко можем украсить наш праздничный интерьер. А я бы хотела вам сегодня рассказать, как сделать вот такие вот драматические свечи, как будто течет кровь. Используется обычная свеча и вот такие вот красные свечи, которые должны расплавиться. То есть мы их поставили заранее, они уже разогрелись и имеют вот такое вот жидкое состояние. У нас два цвета мы используем, более светлые красные и более насыщенные, чтобы усугубить подтеки, скажем так. Выливаю сначала просто светло-красный. Даю возможность немножко, чтобы это остыло. И выливаю сверху более темный цвет. Вот. А когда это все остынет, мы достанем, и у нас будут вот такие вот красные разводики. Я надеюсь, мы были вам полезны. Всем веселых праздников. Все яркие моменты с нами. Подписывайтесь на наш канал. Адьос! Пока ребята заканчивают съемку, я хотела бы кое-что добавить. Наша миссия – сделать вас счастливыми и приблизить вас к вашей мечте, используя ваши внутренние резервы и наши знания. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал, мы в соцсетях.